Московский планетарий считается одним из самых крупных и красивых в мире. Именно здесь и состоялась премьера командного боевика Star Wars Battlefront. Сегодня вышел Star Wars Battlefront, и он оказался нереально классным. То есть он, по-моему, исправил все ошибки, которые были в старом Battlefront, и представил всякие интересные новые фишки. Особенно радует кооператив, которого ранее не было в серии игр. К празднованию запуска Electronic Arts подошла с размахом, достойным императора Палпатина. Но перед отправкой журналистов в чужую галактику их познакомили с нашей. Путешествие по Солнечной системе плавно перетекло в турнир на игровых приставках от компании Sony. Во всем мире есть специальное соглашение между Sony и Electronic Arts о совместном продвижении этой игры. Есть специальные дополнения на консоль PlayStation 4, которые есть только на нашей консоли. За одну из них с изображением Дарта Вейдера и боролись лучшие стрелки Земли. Общество лорда Ситхов удостоились также посетители виртуального бара Мос Эйсли и строители звездолетов из Лего. Ну а мы решили прогуляться по кантине и задать гостям пару вопросов. Мой фильм «Звездные войны» самый первый был году, по-моему, в 99-м, когда новая трилогия началась. Кто победит, Империя или Республика? Империя. А почему? У них есть печеньки. Их как раз не оказалось на темной стороне силы. В битве за редкую консоль с ликом владыки ситхов сошлись многие его последователи, но ни один не показал достойной его мощи. Республика оказалась в этот раз сильнее. В теории, разумеется. Почему у ситхов нормальные красные мечи, а у республиканцев какие-то нездоровые синие-зеленые? Так синий-зеленый успокаивающий цвет. Красный... Конечно, ребят, спокойно. Надо же, главное, в этом деле быть спокойным абсолютно. Подобные чувства испытали все присутствующие, будь они на темной или светлой стороне. Star Wars Battlefront оказался достойным наследником своего богатого прошлого. Красивый и динамичный этот командный боевик создал ту самую атмосферу вселенной Звездных войн. Фанаты надеются, что скоро в игре появятся их любимые планеты. На какой планете Звездных войн хотел бы побывать больше всего? Альдеран. А почему? Потому что там было действие замечательной игры Knights of the Old Republic. Ну я же уничтожен. Но я бы хотел побывать там до уничтожения. Или во время. В планетарии Альдерана не нашлось. Он остался в далеком прошлом. В тот вечер балом правило будущее, имя которому Star Wars Battlefront. Да пребудет с вами сила.